праздник сделали мы, милашки, фрукты, вкусняшки! Все верно, мальчики и девочки! Раз в год мы собираемся и наряжаемся в костюмы наших любимых. Все верно, фруктов! Смотрите, я банан. Я желтый и смешной. Любят меня обезьяны, ведь вкусный я такой. Как весело нам песню петь про фрукты, как детям всем полезно есть фрукты, фрукты. Мы любим их за сладкий вкус и аромат, о да! Мы милашки, фрукты, вкусняшки. Привет! Я апельсин. Приехал я из жаркой страны. Сок вкусный у меня такой. Скорее попробуйте и вы. Привет! Я сочное яблочко. Полно клетчатки у меня. Кладут частенько меня в пирог. Попробуйте его, друзья. Как весело нам песню петь про фрукты, как детям всем полезно есть фрукты, фрукты. Мы любим их за сладкий вкус и аромат, о да! Мы милашки, фрукты, вкусняшки. Друзья, я авокадо. Все думают, я овощ, но нет. Такой же фрукт, как ребята, большую косточкою внутри. Привет, я ананасик. Ха-ха. Я к вам приехал с островов. Колючий я снаружи, но освежить вас всех готов. Как весело нам песню петь про фрукты, как детям всем полезно есть фрукты, фрукты. Мы любим их за сладкий вкус и аромат, о да! Милашки, фрукты, вкусняшки. Мы милашки, фрукты, вкусняшки. Мы милашки, фрукты, вкусняшки. Так, ребята, кто хочет немного вкусных овощей на ужин? Я! Что такое, друзья? Вы не любите овощи? Но они такие полезные и вкусные! Овощи, да-да, как же хороши! Вкусные овощи, скорее в рот клади! Овощи, да-да, выбирай любой! Вкусные овощи, полезны нам с тобой! Морковь оранжевая вот, хрустящая и свежа. Любят зайки есть морковку, люблю ее. И я! Да-да, картошка всегда так хороша. Ты лишь кусочек съешь. Попробуй печеный или пюре, или даже фри. Ам-ням! Овощи, да-да, как же хороши. Вкусные овощи, скорее в рот клади. Зеленые бобы. Овощ непростой. Но знаешь что? Внутри стручка горошинки ждут нас с тобой. Смотри, какие горошинки! Брокколи. Да, брокколи. Попробуй только съесть. Очень вкусные. И еще! Витаминов в нем не счесть. Я маленькое дерево. Овощи, да-да, как же хороши. Вкусные овощи, скорее в рот клади. Зеленый горошек, яркий и сладкий он. Попробуй, скорее, сам в рот бежит к нам он. Я словно мячики. Помидоры или томаты. Сочные всегда. Красные и круглые. Мы любим есть, да-да. Я вкусняшка! Овощи, да-да, как же хороши.
овощи скорее в рот клади. Попробуй кукурузу. Она словно солнце луч. Очень весело ее есть. Прямо с початка нам. Я сладенькая. Овощи, да-да, как же хороши. Вкусные овощи скорее в рот клади. Видите, овощи — это так здорово! Перемена окончена, ребята! Играть на улице так весело! Постойте-ка, ребята! Перед тем, как вернуться в класс, очень важно всем помыть руки! Но почему? Я вам сейчас расскажу! Мой, мой, руки мой, смоет грязь вода. Пусть будут чистыми всегда, почаще руки мой. Если во дворе ты решил гулять, нельзя нам забывать. Микробы, они везде. Их совсем не видно, прячутся они. Поэтому мойте руки, если с улицы пришли. Мой, мой, руки мой, смоет грязь вода. Пусть будут чистыми всегда, почаще руки мой. Мыло, вода, пена, смыть. Мыло, вода, пена, смыть. Если убираем с пола мусор мы, руки после моем, моем руки мы. И из туалета нужно выходить, только перед этим руки надо мыть. Мой, мой, руки мой, смоет грязь вода. Пусть будут чистыми всегда, почаще руки мой. Мыло, вода, пена, смыть. Мыло, вода, пена, смыть. До свидания, учитель! Пока-пока! Не забывайте мыть руки! Привет, ребята! Ужин скоро будет готов. Не забудьте помыть руки. Когда вышли со школы или ехали в автобусе, вокруг были микробы, не забывайте. Мы можем заболеть, если не будем руки мыть. Повсюду микробы, не будем с ними дружить. Мой, мой, руки мой, смоет грязь вода. Пусть будут чистыми всегда, почаще руки мой. Мыло, вода, пена, смыть. Мыло, вода, пена, смыть. Если ты погладил любимого пса, помни, что с улицы собачка пришла. Если мастерили, клеили, лепили, то перед ужином мы руки помыли. Мой, мой, руки мой, смоет грязь вода. Пусть будут чистыми всегда, почаще руки мой. Мыло, вода, пена, смыть. Мыло, вода, пена, смыть. Ужин готов, ребята. Отлично! Я так проголодался! И наши руки еще никогда не были такими чистыми! Давайте поиграем в прятки с семьей. Я буду мама, а ты, Марк, будешь папой. Хорошо. Давай спрячемся и будем тихими, как мышки. Папа пальчик, папа пальчик, где же ты? Вот он я, как дела? Папа пальчик, папа пальчик, где же ты? Вот он я, как дела? Тебя нашли! Нашли, нашли! Теперь твоя очередь прятаться! Хорошо! Мама пальчик, где же ты? Вот же я люблю тебя! А, мама пальчик, где же ты? Вот же я люблю тебя! Так-так-так! Я нашел тебя, мамочка! Я так быстро тебя нашел! Нашел, нашел! А теперь давай найдем еще кого-нибудь! Братик-пальчик, где же ты? Вот он я,
Котик, пальчик, где же ты? Вот он я, позади тебя. О, нашел тебя, братишка! Меня нашли! А теперь давай найдем еще кого-нибудь. Сестра пальчик, где же ты? Вот же я, вы нашли меня. Сестра пальчик, где же ты? Вот же я, вы нашли меня. Нашли тебя, сестренка! О, да, нашли! А теперь найдем самого маленького. Малыш, пальчик, где же ты? Вот и я, на крыльце стою. Малыш, пальчик, где же ты? Вот и я, на крыльце стою. Я нашла тебя, малыш! Да, это я малыш. Что ж, мы всех нашли. Всем привет! Хотите остаться у меня ночевать? Давайте ложиться спать. Но может быть немного тесно. Да! Раз, два, три. О, да! Было 10 в кроватке, и малыш сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, и один упал. Было 9 в кроватке, и большой сказал: «А ну-ка, все подвиньтесь!» Все подвинулись, и один упал. Было 8 в кроватке, и румяный сказал: «А ну, посторонитесь!» И все посторонились, и один упал. Было 7 в кроватке, и старший сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, и один упал. Было 6 в кроватке, и младший сказал: «Пустите!» И все его пустили, и один упал. О да, вот так! Вы знали, что эта кровать слишком маленькая для нас всех? Было 5 в кроватке, и крикун сказал: «А ну-ка, отодвиньтесь!» Все отодвинулись, и один упал! Было 4 в кроватке, и шутник сказал: «А ну-ка, шевелитесь!» И все пошевелились, и один упал! Было 3 в кроватке, и шалун сказал: «А ну-ка, развернулись!» И все развернулись, и один упал! Да, упал! Было 2 в кроватке, и тихоня сказал: «А ну, перевернулись!» И все перевернулись, и один упал! О да! Был 1 в кроватке, и он сказал: «Всем спать!» Ох! Когда я вернусь домой, мне нужно сделать столько домашней работы. Мне тоже. Я должен написать список различных фигур по математике. Но я не могу вспомнить ни одной. Мы тебе поможем, Марк. Ого, кажется, сейчас будет песня. Есть фигуры тут и там, сверху и внизу. Есть фигуры тут и там, на них сейчас смотрю. Есть фигуры тут и там, смотри по сторонам. Есть фигуры, их легко выучить всем нам. Круг. Так. Луна. И солнце. Лицо. Ребенка. Круглый мяч для веселой игры. И тик-так. Идут часы. Есть фигуры тут и там, смотри по сторонам. Есть фигуры, их легко выучить всем нам. Квадрат. Посмотрим. Тот дом. Вдалеке. Большой подарок. В коробке. Кости. И кубик льда. Доска. Нам поиграть и картина, чтоб восхищать.
Есть фигуры тут и там, смотри по сторонам. Есть фигуры, их легко выучить всем нам. Треугольник. Ага. Вкусный. Пиццы кусок. Мороженого. Холодный рожок. Пирамиды. И сэндвичи. Ёлка. И сыр. Есть фигуры тут и там, смотри по сторонам. Есть фигуры, их легко выучить всем нам. Прямоугольник. Хорошо. Книга. И грузовик. Аквариум. И деньги в банке. Домино. И телефон. Экран. И мамин журнал. Есть фигуры тут и там, сверху и внизу. Есть фигуры тут и там, на них сейчас смотрю. Есть фигуры тут и там, смотри по сторонам. Есть фигуры, их легко выучить всем нам.